Мама обратилась к Сири. «Привет, Сири, вызови скорую помощь!» Медики оперативно приехали и голосовой набор. Оказывается, эти приложения способны реально спасти жизнь человека. Напомнила, что ее ребенок перестал дышать. В спешке она уронила iPhone. «Привет, Сири, вызови скорую помощь!» Медики оперативно приехали и спасли. Она уронила iPhone, и он как назло упал под диван. На счету была каждая секунда, и мама обратилась к Сири. «Привет, Сири, вызови скорую помощь!» Медики оперативно приехали.